Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую смесь для соуса к салату по-гречески. Стоила она где-то рублей или 5, или 19, я вот это уже не помню, покупала я в ленте. Написано: добавьте масло и воду, и соус готов. То есть такая вот небольшая маленькая пачечка, 8 грамм. Давайте посмотрим, что у нее там в составе входит. Так, здесь у нас чеснок, травы какие-то, пряности, как она готовится, способ применения и состав. В составе обязательно, конечно, они добавили загуститель, Е-добавку даже целую. Ну, короче, кучу всего, какой-то химии они добавили. То есть, когда я покупала, мне казалось, что там будут просто травы. Ну, что там, пакетик же, он же закрытый, да? То есть, специи, вот, допустим, мы покупаем, да? Вот они тоже, они же закрыты, и все, то есть, ну, все нормально. Тут, я думала, точно так же будет. Но вот сейчас увидела, что состав там довольно-довольно большой. Он заканчивается у нас где-то вот здесь. То есть вот это вот только состав один. И, пожалуйста, вот нажмите стоп и прочитайте. Там всякие загустители, всякие чего-то. Ну, давайте с вами откроем ее, посмотрим, попробуем. Что же у нас там такое? По запаху, кстати, он похож как-то на советские времена. Какие-то специи, когда я к маме залазила в шкафчик, вот там, наверное, примерно так пахло. Вроде и чеснок, как будто, и ощущение, как будто аромат какого-то супа. Хотя здесь написано по-гречески, а не по-русски. Ну, видимо, наверное, аромат супа – это какая-нибудь химия. Так, вот так это все выглядит, кстати. Ну, по ощущениям, как будто кубики магии еще добавили. Наверное, так и есть. Целых 8 грамм, кстати, это довольно прям-таки много. Так, давайте с вами чуточку ее попробуем на вкус. Какая она? Она такая кисленькая, кстати. Необычно кисленькая. Аромат какой-то там присутствует. И, кстати, она полностью растворяется. То есть, ну, зелень же она не сразу растворяется. Не знаю, что прям перемолота, не в пыль. Острота, ну, не знаю, чуточку присутствует, совсем немножко. Ну, такая, ничего. Мне, конечно, когда покупала, казалось, что по-гречески это будет вообще там что-то нереальное. Вот, ну, наверное, будет нормально. Так, давайте ее нужно теперь приготовить. По способу приготовления у нас 3 столовые ложки воды и столько же ложек подсолнечного масла или оливкового. Я решила, что сегодня у нас будет не мерная ложка, а вот такая, довольно большая такая ложка. Добавляем 3 столовые ложки воды. Раз. Два. И три. Так. Ну и соус, конечно, тут получится много, соответственно. Так, и также у нас будет подсолнечное масло. Я взяла вот такое. Это не рафинированное, кстати, очень ароматно пахнет. Меладора называется. Покупала, по-моему, я его в Светофоре, даже уже сейчас не вспомню. Но мне нравится, как оно пахнет, оно довольно такое темненькое. Так, и то есть подсолнечное масло мы с вами добавляем тоже 3 столовые ложки. Так, 1, 2, 3. Ну, получилось тут, конечно, наверное, на большую семью. Тут получилось довольно много. Кто в детстве не наигрался с пузырями, можно вот тут даже немножко поиграть. Вот, теперь мы чуть-чуть настаиваем, там написано 15 минут. Все это оставляем набухать. И потом, наверное, делаете какой-то салат. Конечно, жалко, что тут нету рецепта, потому что к салату по-гречески
Мне кажется, не каждый знает, как этот салат выглядит. Вернее, что туда добавляешь. Я, например, не знаю. Кстати, да. То, что нарисовано, смотрите на картинке. То есть я обратила внимание на картинку. Ложечка, и в ней там лежат разные специи. Я подумала, блин, как красиво. Надо купить. То здесь уже абсолютно другое, вы видите. Тут просто все перемолото, все совершенно другое. Ну, даже просто вот посмотреть в тарелке, абсолютно другое все выглядит. Все совсем по-другому и, не знаю, ну, не настолько аппетитно. Наверное, было бы аппетитнее, если бы вы делали все это сами. Там не было бы столько химии перемолотой. Тут даже вот экстракт дрожжевой, то есть тут даже добавлены дрожжи, не понимаю, зачем. Не знаю, кто знает, напишите. Ну, лимонная кислота, да, я почувствовала лимон. Натрий, так, что там, лактоза, загуститель, чеснок, по-моему, был, зелень. Ну, зелень зеленая, да, петрушка. Антислеживающий агент. Ну, агент, конечно. Агент у нас добавляется во все, что запаковано хорошо. Если вот каждый день кушать, то лучше самим делать. Кстати, в будущем я планирую сделать такую вот вкусняшечку именно сама на подсолнечном масле. Если вам интересно, давайте так, ставьте лайки, наберем с вами 20 лайков, и я буду делать вместе с вами. А то так я сделаю одна. Без вас, и вы ничего не узнаете. Чего там Натуська придумал, что сделала? Все, теперь ждем, пока я здесь приготовлю салат. Так, ну вот наша специя. Добавила я где-то вот половина отсюда. А салат получился много, смотрите, сока. По ощущениям он сладенький, немножко кисленький. Ощущение есть, как будто там соленый огурец. Хотя здесь только помидоры и обычный огурец. То есть больше ничего нет. Давайте снова с вами попробуем, как он выглядит. Да, ощущение такое соленого огурца. Но довольно вкусно. Мне довольно, кстати, понравилось. Очень так необычно. Так что можно покупать и готовить. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои отзывы. И всем пока-пока.